Итак, всем хай, усаживайтесь поудобнее, и мы, если вы помните, идем в гости к гному. Он нас пригласил. Так, нажимаем прыжок, хватаемся за край и поднимаемся. Вот, теперь смотрите, что. А как сюда, на этот чердак, хозяева попадает? Интересно. Ну давай. Вот, это люк. Конечно, мы рассмотрим сейчас все. Вот и гномик. Ха-ха-ха. Ага, спрятался в чемодан. Но он предлагает поиграть в порядке. Мы это уже видели. Ведь бутылка. Откуда здесь пустые бутылки? Ножницы. Ладно, все по порядку. Так, ну, я знаю, что ты здесь. Тем более, что ты там так подсказываешь, где ты. Я тебя нашел. Тик-тик-тик-тик. Ага. Дальше он... О, побежал туда, в коробку. Вот ты, известный нам портрет. И... Это портрет, говорят, самого охотника. Но по расположению глаза и дырки на мешке, который он сейчас ходит, очень может быть. Очень может быть. О, я вижу небо. Вернее, вижу край карты. Край текстуры. Ну что, попробуем отсюда залезть. Да, можно вполне так, 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 так. Эх, раз, два, три, четыре, пять. Опс, можно и так сдвинуть. Ну ты парень, конечно, так. О, упал вниз. Так, теперь... Ух ты! Бутылка от рижского бальзама. Керамическая. Да, Витя не бьется. Там какие-то еще ящики. Ножницы мы, конечно, не сможем взять. Ну давай. Я тебя нашел. Так. О, ну теперь спрятался в кровать. Все по ботинкам. Что здесь интересного? Книжки. Ну, правильно, где лежат книжки, как не на чердаке. Наверное, их давно уже все прочли. Вот. Гному это надоело, или, вернее, я все его схованки нашел. Шкура висит с хвостом, видите? Ну что? Он нас пригласил сюда. Тут темно. И... спичку зажег. Забавно то, что как он еще не спалил эту чердак этот. Ага. Ладно, давайте сначала найдем, где включить свет. Куча капкана. А, вот спички лежат. Видите? Свечки, спички. Когда он успел там позажигать эти свечки? Как интересно.
Так, а мы тут должны... Так. Ладно, гномик, сейчас. Ты видишь? Ты надо прямо впритык было подкатить эту тележку. Ну, пошли дальше. А кто-то бутылку воткнул в скворечник. Я ничего не вижу. Так и убиться можно. И что, его надо обязательно дотолкать до самой полки, что ли? Отлетят мы. Ну то ведь. Вот так. Я вот смотрю, можно ли будет назад выйти. О, зажег он лампу. Это хорошо. Это хорошо. Ну, здесь мы включаем свет. Включили свет и пошли обследовать. Здесь печка, в которой можно кого-то сжечь. Или что-то. Дрова. Ну, трубы из нее нет. Поэтому... Я так думаю... какие-то старые письма. Ух ты. Так, лезть по этой сетке он не может. Тут у нас две бутылки, консервы какие-то. Бумс. Ай-яй-яй. Ну ладно. Чьи-то старые письма. Эй. А это тоже похоже на печку, что ли? Чердак, опять книги, опять бутылки. Вон та самая тележка. Сюда он не залазит. Сюда он не залазит, сюда он никуда не хочет. Опять разбитое зеркало. Опять бутылки, ботинки. Сюда не лезет. Сюда не лезет. Но мы знаем, что надо идти сюда. Но можно и по-другому. Мы пролезли вот в ту дырку. Сейчас я сразу проверю, смогу ли я в эту дырку вернуться назад. Могу. Чудненько. Может, это мы это используем потом. Мне кажется, или там в клетке кто-то сидит? Да! Вы это видите? И это крыса. Живая мы. Интересно, кто ее словил. Ну. Вы видите крысу? Крысу. Конечно, мало интересно, но как это в ловушку она попала. Как она не сдохла, там живая еще. Опять тут детали. Вот манекену. Подарок сумасшедшего доктора. Шкуры.
от животных. Я скажу, дофига он наловил этих животных, этот охотник. Какие-то гильзы, опять скворечники. Сюда я залезть не могу. Но крыска — это прикол. Вот, что-то под ковриком лежит. Что под ковриком лежит? Так, посмотрим тут. Обзор. Крыска, это интересно. Прикольно. Живая. Привет, крыска. Привет, крыска. Да. Ну ладно. Пошли. Вот робот-пылесос тут наверху лежит. О, картинки какие-то. Рассмотрим там при случае. Так, тяни. Я не убегай. Прыжок. Прыжок. Раз, два. Ну ты балбес, Илья. О, кстати, это какая-то недоставленная посылка. В общем, вы видите, она запечатанная. Вернее, не открыта. Забавно. Тихо, тихо. Больше не надо падать. Как тут идти, чтобы не упасть? Потихеньку, так, так, так. Ну, кстати, это он сам так идет, осторожно. Туда иди, вот так, 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 так. Молодец. Что эти банки? Эти банки не берутся. Мы должны на них запрыгнуть. Можно, кстати, наверх залезть и пойти... Где я? Так. Ну, нам наверх и надо, в общем-то. А, можно низом пойти и по тележке попрыгать. Но нам надо наверх. Так, поворачивайся, прыгай и лезь туда. Пойдем как все, как все. Вон еще какая-то решетка. Крысок нету больше. Смотрим. Ого! Что-то так разогнался. Давай, давай, давай. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Прыг. Скок. Ну вот это он ничего не берет. Ни спички, ни бутылки. Тут у него другая. Другая задача. И туда он никуда не лезет. Ну вот здесь. Мы находим фигурку Леди с первого сезона. Но мы тут ничего не можем взять. Можем только посмотреть. Здесь мы спрыгиваем. Видим опять шкуры. Что-то внизу было вот это. А, мешком что-то накрыто. Кстати, интересно, блин. Я не... Что они там спрятали? Хм. Так, и мы попали в замечательное одно место, где мы находим колпак. Подарок от Нома. Это колпак. Да. Ну, он побежал туда вниз, а мы с вами сейчас надеть. Это пробел. Надели. О! Ну, это замечательно, конечно, но в кульке дырки были хоть для глаз. А теперь как? Ну, походим немного тут.
Я вам скажу, что больше тут ничего нет, да? Гном побежал вон туда. А это простой, быстрый путь. Туда к шестой. Но мы легких путей не ищем. Мы идем сложным путем. Мы знаем, что игра, она не очень любит, когда идут не по тому пути, что она предусматривает. Ой, а что такое, что свет мигает тут тоже, да, 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 да. Опс, видите, я могу, например, в чемодан залезть. Ну что, нам ничего тут не дает этот колпак в этой локации. Портрет мы рассмотрели. Ну вот, захватим с собой еще одну банку. О, как замечательно, смотрите. Сюда на окно можно запрыгнуть, но это нам ничего не дает, потому что за окном ничего нет. Бац, разбил. Ну, как видите, можно выйти и так. Шестерочка тут стоит. И, кстати, если я захочу опять сюда, она мне подсадит. Да, да, все работает. Ну что? Как будем действовать? Сейчас посмотрим. Здесь что-то изменилось? Ничего. Ну что, я пойду побыстрячку. Как вот сюда попадают люди, как сюда занесли вот те капканы, как сюда затащили эту печку. Ну, в общем-то, это как в кино, знаете, тут много условностей. Ну что, где-то наш Номик. Спасибо тебе, Номик, за гостеприимство. Ну что это? Это какая-то вентиляция. Смотрите, что похоже на проход какой-то. Оу! Вах! Тут можно... Ух ты! Здорово! Ну, мы опять с тобой встретились. Что у него в руке там, интересно? А, спичка. Спичка, спичка. Так. Ну что, дружище? А что ты тут? А что ты не в дырке? А если я сюда пойду, ты побежишь за мной? Я теперь похож на тебя, у меня такая же шапка. Нет, не хочешь со мной бежать? Нет, не хочет. Ну вот, гном не хочет за мной идти. За мной идти, он тут решил остаться дома. И, наверное, уже думает, когда ж ты уйдешь, оставишь меня тут в покое дома.
самого. Я тебе доску оторвал, дальше сам. Да? Наверх он. Что-то наверху ничего не видно. Наверх он не хочет. Вернее, что-то уперся. Так, 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 так. Да, блин. Ну не важно. Это уже не страшно. Тут не страшная высота. Ну, теперь мы знаем, куда после этого делся гном. Он просто вернулся домой. Ну что, Номик? Привет тебе, спасибо за развлечение, за прятки. Вот такая шапка, какая-то она, платиновая, или из ореха. Ни черта из-за нее не видно в этой шапке. Вот так, бум-бум-бум-бум. И мы выходим вот сюда. И тут нас ждет уже наша девочка. И назад я уже туда, видите, не видно, оно исчезло. Эта текстурка исчезла. Ну что? Ай, иди сюда. Что, Хай, иди сюда. Она просто убегает. Ну да, дешево. Ну что, спасибо Ному, спасибо этому дому. Пойдем к другому. Открываем дверь и попадаем мы во двор. Во двор. Но это будет следующая серия. Ну, чтобы было тематически все. Я пока говорю вам хай и до следующей серии.